Очень хороший вопрос. Долиха сигма. Рентгенологические признаки хронического колита. Какие риски и обязательна ли операция? А вот это явный пример того, о чем обычно все спрашивают. Вот у меня долиха сигма, что делать, оперировать, не оперировать. Смотрите-ка, всем и внимательно. У человека есть две проблемы в кишечнике. Первая – долиха сигма, вторая – хронический колит. Но в такой ситуации хронический колит – это очень непонятно и абстрактно. Что же это такое? Наверное, это колит в правом боку или колит в левом боку, или просто колит в животе. Вот, поэтому это кажется, что похоже на симптом или что-то еще. А долиха сигма – это просто плюс 15-25-35 сантиметров к длине кишечника. Поэтому все хотят эту длину кишечника убрать вместо того, чтобы вылечить колит. И хотят... Если вы хотите решить свою проблему с ЖКТ, присоединяйтесь к гастрогруппе. Мы разберем симптомы, результаты обследований и выберем пути решения. Переходите по ссылке в профиле.